тебе говорю, не верь словам, хотя сказано век воли не видать вам. В наше время слова ничего не стоят, они страховочную бдительность хоронят. Если ценить тех людей, кто дорожит тобой, и не держать тех, кому не нужен, эй, герой, то фильтрация истины даст тебе плоды, а жизнь станет бессловесной трепотни. Ау! Если не верить отговоркам под коряку, то при желании можно сделать и желаемое. Обстоятельства достигнуть цели, при этом не терять, не погибнуть. Если не судить людей по себе, что дано, то они совсем не способны сделать то. Что ты сам готов ради них, и не надо обольщаться в любой миг. Ох, если не навязываться людям, говорю себе, то легко понять, нуждаются ли они в тебе.